это Гему Литвы. Это рядом с нами. Это рядом с Латвией. Соседнее государство. Литва. О, да, слушаюсь. Сегодня у Маркуса день имени. И я специально позвал 25 гостей. О, которые принесут 25 кассет, 12 новых. Ага, круто. Из которых Маркус выберет, какой же фильм мы сегодня с друзьями посмотрим. Надеюсь, в честь Маркуса вы сегодня хорошие фильмы принесете. Не придется вас прогонять. Первый R2D2. О, значит, Звездные войны. Звездные войны. Да. Звездные войны, Новая надежда. Вау, оригинальщина. Круто. Звездные войны, Новая надежда. Ого. Оригинальная кассета, должно быть хорошее качество. Эпизод 4. 4-й эпизод. Новая надежда. Новая надежда. Да. Идет гражданская война. Космические корабли повстанцев с тайной базы наносят удары по имперскому космическому флоту. Они держали свою первую победу. Ну, ясно. Это ясно. Это хороший фильм. Качество идеальное. Супер. Оставляем, конечно же. Следующий. Свинка Пеппа. Ну, а ты что притащила? Империя наносит ответный удар. О, опять Звездные войны. Так. Второй фильм. Эпизод пятый уже, кто со звуком? Прыгающий какой-то. Извини, Пеппа, мы не можем смотреть фильм в таком плохом качестве. Фу, свинья! Я и есть свинка Пеппа. Фу! По-свински поступила. Могла хорошие кассеты принести. Нет, она вот без звука почти что приносит. Следующий. Хенри Джей Уотернус. Ну, что смотрит в Университете монстров? Крестный 3. Земля гангстеров. О, Крестный отец 3. Ну, давай. Что это за фильм? Кто там главные роли у нас? Скотт Глэн. Черт побери. Это Скотт Глэн. Ты в порядке? Нет. Что, сейчас все время так дергаться экран будет? Уотернус! Что? Пошел вон отсюда! О, там вручаешь нам праздник! Да, мы с монстрами вручаем праздник. Не боюсь ни я монстров. Следующий... Мексиканец. Ну, а ты что притащил? Ну, погоди. 1-9 выпусков. Ага. Первый и девятый. 9 выпусков в одной кассете. Круто. Ну, посмотрим на твой «Ну, погоди». О, круто. Ух ты. Что ему надо пережить, да, Маркус? Бедняжка. Выпустите меня, выпустите!
тут он будет петь о соле мио. Ладно, оставляем. Сразу видно, оригинальная кассета. Извините, я не могу остаться. Меня раньше ждет. Ладно. Следующий. Пиноккио. Ну, а ты что притащил? Ну, погоди. 10-18 выпусков. Опять оригинальная. Ну, сука. Ну, тут 10-18 выпусков. Там было с 1 по 9, тут с 10 по 18. Две лицензионные кассеты. Это, ну погоди, 14 выпуск. О, так, стрижка. Одеколончиком, во. Так. Так, погладим, зашьем. Почистим. Ух ты, какие роботы, какая технология. О, еще и завивку сделали. Ужас. И бантик еще в хвосту. Ой, это кто? Это не я. Во. О, так лучше. О, заяц-волк. Заяц. Заяц. Волк. Заяц. Волк. Заяц. Волк. О, смотри. Стоять. Ладно, оставляем, конечно. Засмотрелись. Да. Это же, ну погоди, 14-й выпуск. Ну погоди, можно смотреть и смотреть. И никогда не скучно. Следующий. Гомер Симпсон. А, привет, Джон Ценна. Маркус, поздравляю тебя. Завтра привезут тебе пончики. Том и Джерри, выпуск 7. О, Том и Джерри. 7 выпуск. Да, круто. Должно быть хорошее качество. Оригинальная кассета все-таки. Так. Гомер. Гомер! Это что такое было? Ну, Барт испортил ленту со своими чипсами. Иди сам жри свои пончики. Ладно, я попрошу Марч, есть пончик или нет. Следующий. Джек Норрис. Так. Я принес в Том и Джерри выпуск 6. 6 выпуск. Ну, посмотрим. Может, тут пойдет лучше. О. Тут хоть Том и Джерри. Ну, Том и Джерри хоть и хороший мультик, но, ну погоди, мне все-таки нравится больше. Тут слишком много садизма бедному Тому. Ладно, оставляем, конечно же. Так. Ого, круто. Следующий. Кристапс Порзингис. О, звезда латвийского баскетбола. Принес нам. Том и Джерри, 5 выпуск. О, это кошечка. Это кошечка. Наверное, любимая кошечка Томми. Тома. О,
это я помню. Еще Cartoon Network показывал. Ага. Бедный Том. Я в детстве смотрел эту серию. Ага. Нет! Бедный Том. Ладно, оставляем, конечно же. О, два друзья. Порзингис и Зак Моррис. Следующий. Винни-Пух. Если меня оставить, я медом поделюсь. Том и Джерри. Выпуск четвертый. Я пчела, ты пчеловод, мы оба любим мед. Так, сейчас трекинг пройдет и посмотрим. Ой. Бекончик, ням-ням-ням-ням-ням, вкусняшка. Бекончик, вкусняшка. Ага-га-га. А вы мне дадите бекончика? Пожалуйста, сам режь. Отдай бекон наш, отдай, это же наш бекон. Ладно, оставляем, конечно. Уже подошел к концу эта серия. Весь бекон скушал. Да. О, обжора. Пошел в гости, еще и весь бекон скушал. Следующий. Сильвестр. Ну? Том и Джерри. Выпуск третий. Третий. Давай. Как приятно смотреть оригинальные кассеты. С Том и Джерри. Ну? Вообще, оригинальный это круч. Глава вторая. Поставьте простую обычную мышеловку. Мышеловку? Зачем мышеловку? Кого ловить будем? Ой, Сильвестр, тут что-то у тебя с кассеты и не того. Это не прекращается. Извини, не можем мы смотреть фильм в таком плохом качестве. Пока, волчара. Я не волчара, я кот. Кошара. Блошара. Следующий. Кот. Стоите, стоите, я вот стоите вам кассету при... Том и Джерри, выпуск первый. Самый первый. Том и Джерри выпуск. О, это уже сразу видно. Вау. Высочайшее качество. А, где вода пропала? Ух ты. Поплавал, называется. О, кошечка. Это интересная серия была, я помню. Ладно, оставляем, конечно же. Когда появится черный кот. И они будут соперничать друг с другом. Следующий. Скипер. Ну, а ты что там высматриваешь? Том и Джерри. Выпуск второй. О, второй. Круто. Целая коллекция Тома и Джерри. Вау. Вот это подарок на именины, да, хороший? Главное не дрейф, я тебе по-русски предлагаю тебе потрясающую систему защиты мышат ниндзя, которая круто работает в любых это условиях. Это Том и Джерри Китс. Главное по-русски, можно понять все. Защитников.
Наша задача – позаботиться о таких, как ты, жертвах котов. Ты будешь защищен днем и ночью, круглосуточно, посмотри, какое в любой качество. Точке света. Идеальнейшее. А тебе требуется лишь подписать конечно же, контракт, оставляем. И ты обретешь надежных друзей на всю жизнь. Слышишь, на всю жизнь. У малыша нет друзей. Некому молодец. О нем молодец. Оставайся. Смотри дальше. Высматривай. Следующий верблюд. А, ну тихо, ты не плюйся. Том и Джерри, третий выпуск. Третий выпуск, вау. Так. Посмотрим, верблюд, что ты тут принес. О. Бедный Том. А Том остались одни кегли. Ой. Да. Ладно, оставляем, конечно же. А у вас кактусы имеются тут? К сожалению, нету. Ну, тогда извините, я не останусь пока. Как я жить без кактусов? Не могу я без кактусов. Следующий. Рэнди Бокс. А? Пока никто не видит. Я спер. Ну, погоди. Да? Тут 1.18 выпусков. Тут 18 выпусков. Да? Да. Строитель. Строитель. Это ну погоди, 10-й выпуск. Какой силач волк, а? Давай, 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 давай. Ай-яй-яй. Оставляем, конечно. Это же, ну погоди. А я останусь с вами. Пока Вотернус не видит. Следующий. Макропиг. Ты что тут делаешь? Я украл Стива. Тоже, ну погоди. Серия была, где он на ферме? Шестая. Шестая, ага. Это по 16. Полная попа соли. Ладно. Кассету оставляю, а сам иди. Майнкрафт обратно. Ладно, иду. Как Майнкрафт без свинки играть? Невозможно. Дети захотят играть в Майнкрафт, а там нету свинки. Следующий. Бузай. Ио. Ночная орхидея. Ночная орхидея. Ой. Это, по-моему, фильм для взрослых был. Я всего лишь взяла ключ. Видишь, касса на замке, мы уже закрылись. Я просто хочу, чтобы все вели себя по-умному. С вас $2.25. И? Желаете еще что-нибудь? Это не ночная орхидея. Все, что у меня есть, бери. Че это ты притащил? Какой-то экшен будет. Возьми удачу.
Вы в порядке? Да, все нормально. Все нормально. Ты кое-что забыл. Ты обманул нас. Ты не тот фильм притащил. Верни кассету обратно. К Вуди, Джесси. Да. И стали. Следующий. Человек-паук. Ого, я тут вам кассету притащил. Глубина. Глубина. Вау, оригинальная упаковка. Вау, круто. Так, ну где же фильм? Это самое начало фильма. Да? Ну, и где же сам фильм? Пошел вон. Даже слов нет. Ну. Да, пускай по самой тайне. Ну. Следующий пол. Ну а ты что принес? Признание опасного человека. О. Ну в чем он признается? Посмотрим. Действительно ли там тот фильм? Не стрелять, он слишком далеко. После фильма «Скорость 2». «Скорость 2»? Да, это «Скорость 2». А-а-а. Ладно, ставь нам этот экшен, скорость 2. Хотя ты нас обманул, ты не тот фильм нам притащил. Но скорость 2 был интересный еще фильм. Да, так что тебе, считай, что тебе повезло. Следующий, Том и Джерри. Ну, ребята, видели свою коллекцию? Видели, и мы принесли еще одну. Еще один Том и Джерри, вау. Посмотрим, действительно ли там Том и Джерри. О, да. Ладно, давай, оставляем. Деликайот и Роудран. Биби, биби, быстрей. Сбони видеоклипов. Да, мы вам музыку притащили. Слушайте ее и танцуйте на вечеринке. Это Кристиан Рэй и MF3. Наши. Да, рэперы. Русский рэп. Ладно, ставь русского рэпа. Да, послушаем после фильмеца. Посмотрим какой-нибудь. Биби, биби, биби. Меня когда биби. Меня сейчас догонят биби. Следующий. Миньон. Ну, ты что притащил? Мультики. О, Простоквашино. Только
Простоквашино. И тут остальные еще. Да? Ну, посмотрим, что это за кассета. Можно ли ее смотреть? Это «Зима в Простоквашино». Ой, как хорошо, что вы пришли. Нам Шарику телеграмму срочно передать. Пожалуйста, заполняйте бланк. Фломастер. Скоро приедет дядя Федор. Только срочно бери мои валенки и дип-деп за елкой. Слов и доставка. С вас 50 копеек. 50 копеек. Гражданин Шарик. Вам телеграмма. Ладно, оставляем, конечно же. Это же зима. Да, Простоквашино. Следующий. Шрек-тролль. Ну, а что смотрят тролли? Шрек 2. О, Шрека смотрят тролли. Потому что у меня звали Шрек-тролль. Я принес Шрек-кассету с Шреком. Ясно, сейчас разберемся. Какой там Шрек? О, да, Шрек. О. Обедают. Обедают. Все такие культурные. Ой. Я всегда говорю, лучше спустить парфюм, а я и пью. Смешно. Видимо, нет. Что значит нет в списках? Вы знаете, кто я? Как развлекаемся? Спасибо, что подождали. Долго я вас искал. Нет, нет. Плохой осел. Плохой. Нет, 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 он с нами, да. Он помог спасти меня от дракона. Да, это я, верный оружие. Ладно, оставляем, конечно же. Это же Шрек 2. Да. Сейчас они круто будут кушать. Все полетит. Следующий. Скрэт. Не трогайте мою желудь, только не трогайте мою желудь. Не бойся, ты все равно Шрека первую прижмешь. А, ну круто. Это тот был первый, второй, а это первый Шрек. Да, первый фильм. Ну, посмотрим, что тут. Теперь он скажет. О, этот лорд Фарквард. Бедный, бедный печенька, бедная печенька. Что, я от бабушки ушел и от дедушки ушел. От меня не уйдешь. Ты монстр! Нет, ты я монстр. Ты и прочая мелкая нечисть, что заморала этот мир. Ладно, оставляем, конечно же. Вот тебе. Плюнусь. Я не мучить вас. Но мое терпение кончилось. Говори. Да, крутая печенька, крутая. Монстрик. Эй, уберите монстров, мы боимся монстров. Я принес новое приключение ментов 6. Ага, улицы разбитых фонарей 6. Ага, вот, да, менты. Рекламки сначала. Ох, конечно же оставляем. Уберите монстра, мы ничего не видим. Уберите монстра, мы ничего не видим. Сейчас уйду, все, я иду. Карамелька. Ты
согласны. Арчи против ледникового периода. О, давай показывай. Все слышали? Потом пойдем на пикник, фильм посмотрим, покушаем. Что это такое? Family Entertainment. А, это мультик, да? Да, это мультик. Появление пещерного человека. Удивительно похожего на своих далеких потомков. Арчи против ледникового периода. Ладно, все, оставляем, конечно же. Итак, Маркус. Какой мы фильм будем смотреть? Наверное, но погоди, все 18 выпусков. Ура!